Сегодня Тбилиси, это восточный танец, а кролики будут в следующем, на следующей остановке. Сейчас очаровательные блондинки. Маша Регида, и она сегодня участница этого всего шествия с парада на бал. Сейчас здесь проходит конкурс, и мы спросим еще у следующей блондинки, собственно, есть ли лекарство от блондинистости, от такого вот залипания какого-то вот такого? Но если только умный мужчина, который вправит мозги, или который купит какую-нибудь правильную краску с витаминами ума, не знаю, может быть, кто-то создаст такое, но пока что нету на данный момент. Где этот мужчина, где он? Покажите мне, вот здесь одни блондинки, все в розовом. Ну, то есть, или мужчины перевелись, или поэтому блондинки остаются блондинками на сегодняшний день, но судя, как вот Маша говорит... Поэтому хочется, чтобы мужчины все-таки посмотрели вот в экраны и обратили внимание на то, что они единственные спасители данных существ, господа. И, конечно же, хочется тебе сегодня пожелать победы в этом замечательном процессе. В одном конкурсе я уже выиграла в забеге на каблуках, я заняла первое место. Ну что ж, Маш, если как бы уже победа одна была, значит, может быть, это уже есть какой-то шанс на больше что-то? Да, я сегодня прям хочу сорвать куш, у меня прям сегодня везучий день, прям мой день, потому что я, наверное, натуральная блондинка, я никогда не красилась, и мне везет. Заметьте, господа, натуральная блондинка, вот поэтому... Вы можете смело как бы обращать внимание и знать о том, что вы общаетесь с натуральной блондинкой. Понятно? Понятно. Ну все, спасибо тебе. Спасибо. Ну а мы идем дальше. С вами волшебная Мария. Обычно я читаю по листочку, но листочка нету, поэтому будем импровизировать. Я очень люблю делать селфи. Телефона у меня тоже сейчас нету. Сделайте кто-нибудь мне фотографию. Мне обычно говорят, что я очень необычная, и я в это верю. Я натуральная блондинка, да, как вы уже заметили. Всем спасибо. Мне кажется, вам не сюда надо было прийти, а в комедии.